Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о влиянии отца на духовную жизнь ребенка. Мы с вами говорили о том, что наши дети проецируют образ Бога на своего отца, думая примерно похожими категориями. Итак, какие проблемы могут возникнуть, если мы с вами пренебрегаем общением с нашими детьми, духовным общением? Прежде всего, отсутствующий отец равно отсутствующий Бог. Очень интересное наблюдение, очень интересная статистика. Чем более близкие отношения у ребенка с его отцом, тем более верным или верующим, если так можно сказать, или давайте так, его путь к Богу более быстрый, более легкий, более беспроблемный. То есть для ребенка не нужно преодолевать какие-то проблемы. Очень многие люди говорят о том, что мы пришли к Богу через какие-то проблемы. Большая часть верующих, которые сегодня составляют церковь, это люди, которые были бывшими наркоманами, алкоголиками, люди, упавшие на социальное дно этого мира. Чтобы этого не происходило, чтобы наши дети, они становились христианами не из-за какой-то большой проблемы, нам необходимо быть отцами, присутствовать. Огромное количество проблем, знаете, когда мы проповедуем сиротам. Для них очень сложно понять вообще саму идею отцовства Бога, потому что у них его не было. Итак, для ребенка отсутствующий в их жизни отец равно отсутствующий в их жизни Бог. И рассказать им о любящем небесном отце бывает практически невозможно.